Всем привет! Привет! Сегодня у нас очередное кулинарное видео. Сегодня мы будем готовить казахское блюдо сырне. Вообще мне сырне охота сказать. Сырне. Вот. Мы так слышали, по крайней мере. Ну да, может, мы неправильно говорим по-русски. В прошлом видео мы готовили плов. Про него мы сказали, в принципе, все в том видео. Кто не видел, смотрите, ссылка будет в описании. Хотя нам там понаписали, ну, некоторые, что это не плов, это каша. Короче, мы так поняли, сколько людей, столько и рецептов. Даже сами узбеки его все по-разному готовят. Мы так... видели такой плов. Даже не знаем, что это каша называется. Короче, нам наш плов нравится. Он вкусный. Вот. Ну и там писали то, что сначала надо мясо, потом лук. Или сначала лук, потом мясо. Это вообще для всех спорный вопрос. Остается он в интернете, просто если почитать. И мы пробовали и так, ну, разницы мы большой не ощутили. Может быть, да, там стоит попробовать морковки. Морковки, что нам больше говорили? Морковки. А, морковки больше, лука меньше. Потом рис непропаренный. Басмати надо какой-то. Хотя басмати, он тоже пропаренный бывает. Ну, в общем, сколько людей, столько и мнений. Очень, но очень спорный вопрос. Да, ну, все равно большинство комментариев было, что... И мы подтверждаем, наш плов был вкусный. И вам спасибо. Вот. А сейчас мы пошли готовить опять... Новое блюдо. Новое блюдо сырне. Нам подписчик... Ну, нам много говорят, каких блюд приготовить. Мы все приготовим, конечно, со временем. У нас список уже заполняется. Да, там пишется в листочке. Вот. Ну и на почту прислал рецепт. И, короче, тоже рецептов мы смотрели куча этого блюда. И так и не поняли, как правильно готовить, мы так и не поняли. Ну, сейчас увидите, как мы сделаем. Ну и попробуем, соответственно. Это будет наш рецепт. Поехали. Короче, ну, как мы сказали, рецептов куча, вот. Ну, мы так поняли, основной ингредиент сырне — это баранина, лук и курдюк. Все это закладывается на холодную, хотя некоторые делают на горячую, сначала обжаривают мясо, потом закладывают. Ну, в общем, море рецептов, а мы будем делать так. Короче, для нашего сырне нам понадобится курдюк, вот таких вот три кусочка. Потом баранина на косточке. Ну, тут и ребрышки, и хребет, короче, и что там, шея. Мясо с костями, короче. Мясо с костями, короче. Потом лук, ну, уже нарезали с зеленью, с укропом и петрушкой. Ну, и спорный вопрос, там, ну, вообще в сырне делается чисто мясо, получается. Чуть ли не целого барана там сразу в казане. Вместе с головой, вместе с ногами, совсем подряд. Но... И, как мы прочитали, в том же Казахстане там в одной части готовят чисто мясо, в другой части добавляют овощи какие-то. У нас из овощей будет картошка. Теперь на меня подними камеру. А где морковка? Сейчас за морковкой. А морковка на грядке.
А вот и еще один ингредиент идет. Забыл принести. Что это я? Почему это я? Короче, из овощей у нас морковка и картошка. Из специй, так скажем, приправ, это перец черный молотый, соль, перец душистый. А ну еще чеснок. Это что, к овощам относится или к приправам? Короче, чеснок еще. А вон там еще вот овощи. И водяет. Капустные листья, это чтобы все накрыть сверху. Ну, сейчас, короче, в процессе все покажем. Делается, как мы поняли, это все. Ну, ингредиенты подготавливаются быстро. Единственное, только готовится это все 3-4 часа. Ну, для нашего казана, я думаю, часа 3 будет готовиться. Для начала сейчас разожжем казан. Надо волшебную воду использовать. Вот так горит, смотри. Разучились нормально разжигать. Огонь разожгли, но казан не ставим на огонь. Потому что закладывается все на холодном. Нарезаем курдюк полосочками. Как тут он? Выкладываем первый слой в казан. Курдюк. Потом поверх курдюка выкладываем мясо. Сначала на такие побольше, которые куски. Все это дело перчим. Используют специи. Мы тоже поняли, что любые, кто какие хочет, там и кинзу добавляют, и кориандр. Ну, мы вон так, по-классическому. Перец и все. Соль, мясо. Добавляем перец душистый. Половину. Выкладываем сюда лук с зеленью. Ну, как бы слоем. Перед тем, как готовить, надо нажраться. Потом есть неохота. Не давиться слюной. Дальше кладем картошку. Короче, такими крупными кусками. Ну, чем больше казан получается, тем больше картошка. Пять недель кушать. Что-то да, много так получилось. По-моему, надо казан поменьше взять. Нам наоборот советуют больше казана. Короче, вот так приминаем. Такой у нас слой картошки получился. Сверху сюда морковку. И чеснок. Не резать не надо. Ну, не знаю, кто режет. Кто не режет, это тоже везде по-разному. Остальной перец душистый. Солим еще раз. Все это сверху. Перчим. Даже лимон кто-то добавляет. А, ну еще этот перец. Перец, помидоры кто-то укладывает. Да, ну, не знаю. Короче. После этого видео. После этого видео мы узнаем, как правильно готовиться. Напишут. А как ты узнаешь, если столько рецептов одного и того же названия? Сделайте так. Так, и потом все это накрываем капустными листьями, чтобы у нас как бы был барьер. Вообще, ну, в оригинале это все делается, накрывается бараньим желудком. Но у нас нет бараньего желудка. Ну и говорят, он какой-то на вкус специфический. Ну, попробовали, конечно, если бы был. Ну, будем капусту пока пользоваться. Все, еще раз приминаем. Что-то забыл? Да, я смотрю. Все кончилось. Что забыл? Все кончилось что-то так быстро. Топор, нож остался. Ну и все, накрываем крышкой.
ставим все это на огонь. Так, это все на медленном огне делается. Меня больше всего пугает, как там, неужели ничего не подгорит? Посмотрим. Горячий. Сейчас как нагреется, убавляем огонь. Ну и вот на мелком огне. Часа три будет все это готовиться. О, зашкварчало. Все, убавляем огонь. Вон оно как. Ну все, ждем 3 часа. А мы что делаем? Ягоды собираем. А мы пошли собирать репис. У нас реписы в этом году. Немерено. Реписа вон сколько, мы его собрать не успеваем. Короче, сейчас пока готовится, нам надо собрать репис. А про цветок забыли сказать, пошли сказать. И, кстати, про цветочек. Который мы задавали вопрос. Да, все практически угадали. Что вот это за такой цветочек? Как? Откуда он у нас появился, мы не знаем. Потому такие что мы не сажали. Мы такие не сажали, и вот они в это выросли у нас. Называется хатьма трехмесячная, ну из рода мальва. Все говорили мальва, мальва, вот оказалось мальва. А тот, который вон там он рос, который этот там сорняк был, мы его выдернули. Не дал Леша. Да он начал уже какие-то семена какие-то пускать много-много. А вот это да, вон какая красота. Что тут написано, однолетнику. Еще вот эти должны цвести, правда розовые они закрывают. Да, ну ладно. Потерпит немножко. А так красивый. Пахучий? Не, не пах. Пахнет. Пахнет? Пахнет. Нюхай. А, ну пахнет чуть-чуть, да. Пошли ягоду сюда. Пошли работать. Лизок. С тебя разделывать бы. Наварная кошка. Ты что залезла сюда? А? Еще часу даже не прошло. А так есть хочется. Полчаса прошло так. Ты сейчас ягод обожрешься. Блин, тут такой запах стоит. Пахнет вообще блюдо, конечно. Офигенно. Я думала, ягоды. Слюнями все забрызгали, короче. Кушать хочешь? Конечно, хочу. Хлебом давимся. Еще только полтора часа прошло. Короче, прошло 2 часа, у нас что-то подгорать начало. Жидкости там не стало. Нет, этот жирок есть снизу. Пришлось чуть-чуть воды добавить. Теперь... А жирок не растаял? Не, растаял он снизу на ней. Может, больше надо было крутика. Теперь это не сырник. А что-то другое. Если воду добавили. Это наше блюдо. Ладно, в итоге посмотрим, что получится. Может, что-то не так сделали. Но запах стоит, это просто непередаваемый. Это, по-моему, первое блюдо, от которого такой запах здесь там. В кусты аж падаешь, в обморок голодный.
пошли хлебушком закусим. Свилу подбери. Хлеб вон стоит. Почти 3 часа мы мучаемся. Собираем ягоду. Нам это выше крыши. Это даже половину не собрали. Даже какую половину? Тут еще можно собирать и собирать. Так что нам это хватит. Остальную птичку. Ну, может, еще чуть-чуть соберем. Ну, у нас эти прилетают по осени. Зимой. Клесты. Свиристели. Что будет, кому покушать. А да. Нам хватит. Руки опять. Мы их, короче, по пакетикам в морозилку и зимой эту компотик варим. Также и с грушей, и с яблоками делаем. Не сушим ничего, ни компоты не варим, а сразу прям готовим. Не заморачиваемся. Давай, поехали. Убираем и пробовать блюдо. Да ладно, кушать не будем. Ну все, прошло 3 томительных часа. На 4-м мы не пошли. Достаем сырни. Что у нас получилось? Включением того, что пришлось воды чуть-чуть долить. Остальное все нормально. Пахнет, конечно, вообще обалденно. А запах на весь огород стоит. А, туманин. Давай, накладывай. Чуть-чуть у нас, конечно, подгорело. Почему-то. Не знаем, что мы не так сделали. Короче, выкладываем капусту. А капуста тоже участвует? Не, ее вообще выкладывается. Будет с зажарочкой чуть-чуть. Как-то надо картошку по краям. Я не могу сконцентрироваться на внимание. Не надо затяг, вот это пипец, слушай. Краем не получается, придется так же слоем делать. Да юфорс. Это тоже котам. Офигеть, котам кусок мяса вывалился. Сейчас раздуши. Что тут еще что-то вывалилось? Я с тобой не играю, ты уже в... Да ничего не пробовал. Облизал ложку. Юрка. Горячий только, смотри. Смотри, как мясо. Да. Мясо как разваливается. Вот, наверное, собачку надо. Пусть коты едят. Итак, мясо. Я еще не попробовал. Пробуй. Я здесь могу сразу сказать. Не оставляй на следующую серию. Мясо обалденное. Ну а картошка невкусной быть не может. Не, реально просто такой запах. Никаких специй, в принципе, ничего там. Все элементарно просто. Я даже ягоды перестала есть. Иди ты попробуй. Пробуй. Уже темно, фонарь включи. Сейчас такое блюдо сделаю. Ты там мясо с картошкой сразу наложил? С морковкой. Да. Ну да. Все вот положено. Ты что, трясешься? Но, нет, хочу сказать одно, что хотела сказать в начале видео, но скажу в конце. Сейчас попробую. Говори.
Как ему удается не пересаливать? Мне? Я поражаюсь. Да, тебе. Сколько бы соли он не насыпал, у него все время в меру все получается. Так что? Профессионал. Ты попробовал, блин? Выключи камеру и пошла жрать. Ты попробовал, блин? Да, вон же. Ну, а ты что, можешь рассказать? Да. Не, вообще мясо, конечно. Бесподобно. Тяжело за эту штучку. Угу. Да, ну. А Мурке-то как понравилось. Такой кусок. Это с учетом, что она три раза сегодня поела уже. Мурка. У нас новый дегустатор. А не Костя, она кости ест. Ты вон мясо ешь, что ты кости кушаешь. В общем, очередное блюдо, когда мы можем сразу сказать, что ну вкусно. Просто от одних запахов мы офигели, конечно. Долго, но... Долго, да. Долго, конечно, три часа. Но, ну, легко закладывается все и это. Ну, у нас что-то пригорело чуть-чуть. Поэтому простите нас, уважаемые казахи, если мы что-то не так сделали. И это не сырнее, а как-то по-другому называется. Но все равно получилось вкусно. Казах... Мы же сказали, наше блюдо. Казахстану привет. Все? Да. Всем спасибо, кто посмотрел видео. Мир, добра, здоровья всем. Всем пока. Ждите новых видео. До новых встреч.